начать только YouTube, да. Это единственная площадка, на которой есть конкуренция, есть и где вы можете говорить то, что вы думаете. И где откровение? Где откровение, да. Можно, но ты можешь на себя защитить, по крайней мере. Ты можешь снять опровержение, все что угодно. И YouTube аудитория. И вы, обязательно, и есть фидбэк. Ты всегда можешь прочитать, потому что ты потерял, я думаю, это очень важно. В подводной охоте подобные факапы возможны вообще какие-либо? Ну, вот ты как профессионал. Потому что мужчина, по факту, рыбак. Да. Он, это классная история, мужская, своего возраста. То есть у тебя колесо где-то пробилось, там ты стоишь, там, не знаю, 300 километров на Москве, ты просто на форуме пишешь, что ребята приедут, несколько человек помогут вытащить. Вот так. За тебе колеса открутят, если ты не умеешь или не знаешь. Все, тебе помогут. Нет, да. Это очень хорошее. За счет, что я деньги хотел себе забрать под предлогом, что я в детский дом отдал. И хорошая есть. Как бы, да, они хайпанули на этом. И они выставили, хотя блогеры не очень хорошие, а они выставили меня, что я такой мразь человек. Угол атаки у тебя был слишком большой, правильно? Да, очень жестко. Ты стартанул быстрее, чем подросли твои ресурсы. Так можно это сформулировать? Ну, в общем, я повелся, грубо говоря. Я повелся, но вот я, во-первых, не все снимал, то есть надо было мне просто все подарить. Я хорошо, что последнее интервью, где они задавали вопросы, специально, чтобы я на них мог ответить. Типа, вот почему? И потом вырезали эти вопросы и нарезали интервью таким образом, что я получался вообще какой-то олень. Типа, они меня спрашивают, какой, почему ты там не помогал кому-то? Я говорю, ну, почитайте, типа, принцип сперматозоида, одна из книг, которую я прочитал. И все люди должны к чему-то стремиться, но побеждать все равно один. И типа, они говорят, сперматозоид, ну, мы все изначально сперматозоиды. Они потом вставляют с самого начала, да, я сперматозоид, типа, того, то есть вот такие всякие вещи. Туда приехала съемочная группа, и мы должны были биться за 1 000 000 рублей. И нас снимали, то есть каждый день приходили, снимали вот этот шоу было, и нас всегда сталкивали. Так как очень было много заданий, которые связаны с морской тематикой, с там, ну, я подводный охотник профессиональный, то есть я очень много в море времени провел, я много чего знал. И, соответственно, на все там анкеты вопрос мне было очень легко отвечать. Я сразу вышел вперед, грубо говоря. И меня начали, грубо говоря, топить, то есть мне начали задания давать, такие, которые даже матросы не могли на них, и профессионалы, которые там работают, не могли на них ответить. Вот. А остальные давали, покажи канат. То есть там девочка говорит, покажи канал, она идет пока. А зачем? Чтобы не было явного лидера? Да, чтобы лидера. Я хотел 1 000 000 подписчиков, чтобы у меня была цель. Я говорю, сколько? 1200, наверное. И ты умножился в 5 раз? Ну да. И после этого проекта? Нет, мне после этого проекта от меня писалось куча, и мне столько было. А, я еще много фактов. Да. Продолжай, переходи. Я понимаю, тебе психологически не хочется. Да, да. Но я договорился, но чтобы ты понимал, что я не очень хороший человек, у меня был договорняк. То есть я говорю о фоне, я говорю, Андрюха, давай мы с тобой сделаем. Если мы выиграем, ну, либо я, либо ты, мы возьмем эти деньги и вместе поедем, отвезем в детский дом и снимем еще один проект, грубо говоря. Ну, я договорился, если я выиграю, ты берешь, ну, то есть мы просто вдвоем, я хотел коллабу с ним сделать. Но для этого меня надо было заинтересовать, чтобы ему это было со мной. Мы друг другу помогали, то есть в каких-то там заданиях, хотя мы должны играть были все друг против. Кто слился первым? Да никто не слился, нарезали интервью так, что вначале спрашивают, какой у вас цель, куда вы хотите 1 000 000? Я говорю, не вспомни никто. Такая маленькая, такая революционная, столько энергии.